Ну, похоже, все так. Фотографировать уже не буду, потому что фотографирую, почему-то гаснет видео. Так, а там тоже какие-то будут заманушки. Классно. Wash hands. Здесь можно, значит, водичку налить. Пойдем вон к тому трактору. Ой, тут тракторов-то миллион. Вон там через трубу можно залезть. Давай. Работает. Wash hands. Ой, работает. Работает. Так, не забрызгала я. Мне кажется, вот там надо нам с тобой через трубы пролезть. Пойдем. Через трубы ты скатишься. Пойдем. Пойдем к тому. Через трубу давай, Джаред. Ну что тебе трактор? Давай скатишься. Че, давай через трубу скатишься и все. Потом к трактору. Потом пойдем животных кормить. Опять. Тут их миллион, этих тракторов. Просто миллион. Джаред. Это шины огромные. Что там? А там клумба. Классно. Кстати, вот там, вот видите, дети. Там соревнования какие-то идут по... Это, наверное, хоккей на траве, судя по девочке. Там, по-моему, еще какие-то. В общем, там разные-разные группы детей. Вот, приехали мы на машине сюда. Там вот стоянка. Вдали. Ну все, пойдем кормить животных. Мы же не все тракторы. Да, мы не все. Мы потом еще сюда придем. Я хочу, чтобы ты через трубу прокатился вот там. Но если не хочешь, все, пошли. Хочешь? Ну давай. Вот, и вот смотри, вот даже там вот приехали, бабушка с дедушкой идут, такие пожилые. Все равно приехали посмотреть на животных, подышать свежим воздухом. Молодцы, молодцы. И вот дети, дети ленивые, толстые. И родители ленивые, толстые. Вот с утра пораньше все уже здесь. Соревнования, то все. Ой, пошли, через трубу скатишься и все. Рюкзак, 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 рюкзак. Маня на колесе. Вижу, что ты на колесе, да? Классно, классно. Пошли вон туда, через трубу и все. Так, one person at a time. Так, хорошо. Давай, скатывайся. Down the slide. One person at a time, down the slide. Так, на старт, внимание, марш. Классно! Давай, конечно! Ой, слушай, это такая грязь, у тебя вся попа грязная. Давай через эту, здесь, наверное, вот эта грязная. Давай вот через эту, что ли. Ой, попа-то грязная теперь будет. А почему? Дай-ка я тебя тряхну. Так, решили, что через... Нет, 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 забираться-то не надо. Ты хочешь забираться? Ну, попробуй. Сейчас ты соберешь всю пыль. Значит, наверное, эта труба... Никто еще не скатывался, ты первый, поэтому вся пыль твоя. Наверное, с прошлого года где-то хранили. Не просто, не просто. Какая все красота. Забыла. Давай, давай, на старт. Нет, там не надо, там другая будет пыль. Давай уже с этой. Угу. Давай, пыль, давай, на старт. Внимание. Марш. Ну, пошли, ладно, дальше пойдем. Давай животных пойдем посмотрим, сюда еще вернемся. Пять? Ну, давай. Ой. Тихо, тихо. Все, ну тракторов понаставили, где они их столько набрали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, рюкзак не забывай. Я вот сюда его... Я вот сюда его положу. А там даже закрытый. Вот сюда на травку кладу рюкзачок, слышишь? Все, пошли, Джаред, пошли. Давай, давай, молодец.
Просто сейчас вот 11, мы первыми приехали, мы приехали без 20 11. Но сейчас вот с 11 до 4 народ подтянется. До 4 или до 5 они. Все, давай. Угу. Иди, я тебя вот из этого крана отряхну. Правильно? Не знаю, сейчас дальше будем смотреть. Мы только эту правую часть захватили. Нет, он тяжелый. Не-не-не-не-не. Да, этих мы посмотрели. А вот это ламы рыженькие. Как же мы их не заметили-то? Сразу пошли к тракторам. Вон они какие красивые. Ой. Ты посмотри, как они сидят, а? Ой, обалдеть. Зайти нельзя. Это для них. Ты посмотри, как они сидят. Ой, вообще. Лежат в тенечке. Давай посмотрим на лам сначала. Подожди, на лам сначала. Ты посмотри, какие они интересные. Глазки какие, Джари, ты посмотри на глазки какие. Ой, и вот как-то из них еще и делают шубы. Как там из них можно сделать шубы, я не знаю. Стригут их. Какие классные. Подожди, иди сюда, мы потеряемся, потеряемся. Иди сюда ко мне. Смотри, они подходят, жарят. Посмотри, какие у них ножки. Подожди. С ремешками почему-то на шее. Нет, 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 нет. Пошли к этим коровам. Нет, сначала коровы. Давай коровы посмотрим. Подожди, коровы. Хорошо, иди на красный, на красный. Джаред, я здесь. Вот трактор интереснее коров. Ой, вообще, запахи детства. Запахи детства вообще потрясающие. Ой, я не могу. Это вообще прелесть какая. Ой, какая прелесть. А. Дайте поглажу. Глазки такие. Поэтому мы коров не едим. Нет, мы коров не едим. Жалко их. А это бычок, наверное. Бычок. Вон тот черненький. Бычок, наверное, да? Бычок жарит. Иди сюда скорее. Жарит. Иди сюда скорее. Чистеньких помыли. They want something else. А что ж ты хочешь, если ты не ешь это? А что ты хочешь тогда? Помыли вас, наверное, перед этим. Листочек не стали вы, а? Красавчики. Глазки вон какие, а? А носик? Дай потрогаю твой носик, а? Дай потрогаю твой мокренький носик. Ой, какие они у вас мокрые. Ой, а что такие мокрые? Жарко вам, да? 33,6. Ушко проколото. Прокололи тебе ушко. А этим нет. Так. Биф. А, значит, написано, что эти дают молоко. Но это не те, которых отправляют на мясо. Да, даже они худенькие. Какое же от вас мясо? Одни ребра. Худющие, одни ребра у вас. The food and the muscle. Значит, те, которые идут на мясо, они обращают еду вот, ну, как бы в мышцы и это жир. А, вот они здесь объясняют, что это нормально, что вы видите у них вот эти ребра. Потому что эти коровы, они не истощенные. Видать, их замучили жалобами, что коровы истощенные. Видите, как у них торчат ребра и вот эти тазовые кости. Видать, жалуются. И поэтому они говорят, что нет, типа как... Не переживайте, потому что мы были, да, нас спрашивали много-много раз, почему они такие тощие, вот именно что тощие, скини, почему они такие тощие. Объясняем, объясняем, что это результат того, что это нормальная у них структура, нормальная, нормальная структура у них. Иди сюда, Джаред, где ты? Джаред, иди сюда! Ой. Да,
Вот видишь, посмотри, здесь написано. Видишь, какие у них ребрышки торчат? Видишь? А вот там написано, что это коровы, которые дают молоко. Слышишь? И поэтому они такие тощенькие. Они не предназначены для того, чтобы их убивали на мясо. Да, потрогай носик. Носик, потрогай. Глазки какие. Нет, они не укусят. Они не укусят. Нет, нет, точно. Я уже их всех погладила. Иди сюда. Да. Ушко можешь потрогать. Нет, они... Если бы они кусались, их бы сюда не поместили. Потому что тогда бы они всех кусали. Все бы дети уходили с травмами. Просто им жарко. Пошли там что посмотрим. Дальше пойдем. Давай, давай, идем дальше. Там лошадка. Вот пони. Можно покататься на пони. Обязательно. Ага, вон. Ты вот на той поедешь, на коричневой. Здорово. Давай, жарит. У-у-у, красота. It's only one time used. Ой. Ой, классно. Жарит. Да это вообще красота. Ноги в эти просунь, наверное. Ой, как классно, жарит. Там беленькая еще есть пони. Ты понял, что пони это маленькая лошадка? Ой, видишь, как, видите, как здорово, а? Я просто в восхищении, что такое для детей большого города сделано. Потому что, ну, где они еще возьмут? На ферме вот это все. Где они вообще возьмут ферму? Как здорово. Так. Значит, там его принимать, ага. Шлемы можно одевать. Так. Сейчас, one second. Написано, что не вставляйте эти пальцы к ним в рот. Не вставляйте, укусят. Вот ему механизм, а мне животное. Вот, ой, я хочу вот этих козликов посмотреть, а он ему животное. Здесь что-то можно купить, наверное. А, вот еду. Здесь можно еду покупать. За наличные. Еда за наличные. Так. Как здорово. Маленькие козлики. Ой, прелесть какая. Ой, прям как котята. Прямо как котята. Все хотят что-то. Все хотят кушать. Только кушать и хотят. Рожки у них такие маленькие. Рожки у них маленькие. Вот и большие. А те вообще сидят. Потеряли надежду, что их накормят. Че суетиться? То ли накормят, то ли нет. Иди сюда, жарит. Wash hands. Wash hands. Ой, давай туда. Иди. Иди туда. Ага. Да, иди. Иди, иди, он тебе поможет, иди пока, давай, иди, 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 он тебе поможет все сделать, давай, не бойся. Хай. О, балдеж. Вот, жарит, вообще супер. Вау, жарит. Вау. Вообще потрясающе. Так, а этот, смотри. А левый, попробуй левый. Классно. Вау. Дамы там настоящие. Вообще. Thank you. Ну, классно, а? Бери. Следующий. Так, а сюда забирался? Давайте залезь еще раз. Да, да. Что за фрейд, right?
Так, на этом можно много раз. Мы потом еще придем на него. Давай, забирайся. Вообще жарят. Потрясающе. Вот это да. Вот это да. Ой. Вот это масштабы. Жарко становится. Хорошо, что мы... Можно, можно. Ну, спустя время. Мы как бы не постоянно. Этот сказал нам, что можно несколько раз, но не сразу. Давай подождем. Другое место сходим, еще придем. Ой, здорово. И опять вот эти запахи. Необыкновенные. Вообще балдеж. Так, мама, только не разломай, а то нам придется платить. Не надо, не разломай. Ой, козлики. Вообще теплые, нехорошо, что мы кофту оставили. Прям даже жарко уже. Пойдем посмотрим козликов. А, с этой стороны можно тоже спуститься. С той стороны. Ну, ты не ломай, не ломай. Тут усилий не надо никаких. Пойдем козликов посмотрим, рюкзак забирай. Давай, Джарин, давай рюкзак поставим вот сюда, мне он надоел таскать. Ну, крадут так украдут. Иди сюда рюкзак принеси. Вот сюда на синее поставим, давай на синюю лавочку. Бери рюкзак. О, другое дело. Фу. Так. Давай, иди сюда. Иди сюда. Ой, а это что такая толстенькая? У нее, смотри, наверное, в животе. Бэби, это, козленочек. Козленочек в животе, наверное, у нее. А это вот маленькие. Посмотри, какие хорошенькие. Ой, какая прелесть. А это тоже, точно, наверное, она ждет козленочка. Видишь, и беленькие, и коричневые, всякие, как котята. Как, размером с нашу кошку. И видишь, они не шипят на тебя. Пойдем вон к тем еще, туда вот. Туда тоже сходим, вот туда. Да, вот это точно, наверное, ждет кого-то. Где? Ну вот у нее животик большой, видишь, какой у этой. Ой, писает. Пошли. Ой, так пахнет сеном хорошо. Запах моего детства. О, я это ездили куда-то там. Ой, вообще, ничего себе. Это, и помню, мама говорит, это на ферме я пропадала, на ферме. Там были коровы, я просто пропадала там. И говорит, если, говорит, а как же ее выпустили-то? Почему ее выпустили? Почему она вышла? Интересно. И говорит, я, говорит, когда приходила с фермы, то прямо, говорит, мы, говорит, носы закрывали. Я была вся пропахшая вот навозом. Но я так любила там, я пропадала там. Молоко было очень вкусное, вообще прелесть какая. Красоточки. Красоточки, маленькие, да, маленькие. Маленькие, иди, я тебя потрогаю. Все хотят кушать. Постоянно хотят кушать. Так, а вот здесь такие у них будки какие-то. А там что-то происходит. Какое-то шоу. Бабл-шоу. Так, ну этого вот действительно мы не видим. Он правильно сказал, а где эти баунсы-то? Там же должны были быть прыгучие такие. Был анонс. Анонс? Анонс? Прыгучие эти. Батуты. Но батутов я не вижу пока. Может, попозже будут. А там курочки или уточки. Пойдем посмотрим, тут курочки или уточки. Пойдем глянем. Вон зайчики. Ты посмотри, они как котята. Беленький и черненький. Забились, чтобы их никто не трогал. Забились в уголок, чтобы их никто не трогал. Устали они от людей. И все трогают. Не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо. Ну, потому что они уже устали, их все трогают, все. Все, убирай ручку. А то... Может, может. Испуганный кролик может атаковать. Как и белки, как и белки. Ну, потому что они уже смирились, их все постоянно тискают. Вон, давай.
Он даст сам, он даст сам. Давай, вот этот он будет, давай. Кролики. Мам, я хочу тоже покормить зайца. Но они не все почему-то едят, они как-то уже, то ли они уже сытые, то ли он что. Не хочет. О, увидел, увидел, смотри, смотри, увидел. Опа, опа, опа. Я очень кушать захочу. Да, вот они едят хорошо, кстати. Когда им дают, они едят хорошо. Почему бы не кушать? Что? Ну, коровы не стали. Коровы не стали вот это есть почему-то. Он хочет капусту покушать. No. Женя, зайчик. Лучше зайчика угощай. Что? Угощай зайчика. Я тебе потом куплю тебе капусту. Смотри, зайчик. За компанию почему не поесть? Ну так тем более радуйтесь. Радуемся. Там с опилками он уже. Не, надо держать. Надо не бросать, а держать, жарит. Держать надо. Потому что они это. А, не, поднимают, поднимают. С опилок. А эти прям. А вон там бабл шоу жарит какой-то. Пойдем. Капусту. Капусту? Ну, зайцы хорошо любят. Пойдем туда. Мама, они любят капусту. Ну, попробуй, да, попробуй. Дай, дай ему, дай жарит ей этот. Жарит, сюда, сюда иди. Смотри, они дают эту пушку. Иди, попрыгай там. Bubble Times. Тебе потом тоже дадут. Иди, подойди в очереди, стой за этой пушкой. Потом ты эту возьмешь пушку. Иди. Они должны тебе дать. Иди, иди. По очереди. Давай, иди, бери. Ты стой, Джаред, ты стой в очереди, не отходи. Нет, ты стой, стой, чтобы ты был по очереди. Ты хочешь делать бабус тоже? А, вот, или... Иди, а теперь, сеньор Соланов, на прессу, на прессу. Ага, Нико, спасибо. Стой в очереди, потому что ты пропустишь свою очередь и все. Нико. Ну вот, давай, нет, только не в меня, туда. Ага, туда давай. Давай, 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 давай. Отбились. А то, говорит, следующий, через час приходите. Вон там время. Я говорю, ну слушай, говорю. Давай, одну минутку он тебе. Нет, в людей не надо. Воздух, воздух давай. Во. Классно. Он сказал одну минуту, потому что у него по времени все. 10:30, 11:30. Через час, говорит. Давай. Ну ты сразу отломал, жарит. Ну зачем? Ну, вот теперь будешь пожинать то, что посеял. Все, починили. Классно. Ой, классно, классно, господи, денек такой классный вообще, молодцы, что они так все сделали. И день нам, завтра будет дождик, поэтому хорошо, что мы ловим момент сегодня. Вот этот вот, везде нужно это поднажать. Хотел, говорит, все, приходите чистить, я говорю, слушайте, ну мы стояли в очереди.
Все, пошли, Жарик, через час. Через час они будут в 11:30, в 12:30, в 1:30. Если хочешь, мы вернемся. Пойдем дальше. Идем. Опять на этот трактор. Много наших людей, русскоговорящих. Очень много. Пойдем дальше туда, ой, сори, до конца. Так, рюкзачок наш на месте, все хорошо, ходим налегке. Так, а где же этот батут это? Правда, и нету их, и нету. Пойдем, да, давай. Ой, какой здесь запах хороший. Жарик, ты понимаешь, что это запах сена? Ой, как здорово. Так, и скрылся за горизонтом. Ой, красота. Надо было и бабушку вытаскивать. Что это мы бабушку-то не взяли? Нашу. Можно было бы ее тоже взять. Ой, ей бы тоже тут хорошо было посидеть. Будем знать. Ну, ей без нас тоже нормально. Мы посадили бы ее тут в тенечке где-нибудь, и все. Она бы сидела бы, дышала свежим воздухом. Ну, посмотрим. Они вот сколько тут еще дней будут, интересно. Так. Да, в основном козочки. В основном козочки. Вот эти вот. И коровки. И все. Также... А, песочница. У-у-у, прекрасно, прекрасно. Смотри, тут песочница жарит. Вон песочница. Так. А вон там сено. Тишина. Все красиво, все ярко. И самое главное, море тракторов. Все тракторы наши. Вот это вот, как называется там? Летос. Очень вкусный. А, вон Баунсин. Джаред, Баунсин, вон там. Все, мы туда там тоже пойдем туда. Сиди, сиди, я тебя сфотографирую. Посмотри только на меня. Сядь ровно, ровно сядь. Возьми за рычаги. Я тебя фотографирую. Сиди. Посмотри на меня. На меня. Посмотри на меня. На меня глянь. Прекрасно, все. Пошли на Баунсин. Нет. Там мало людей сейчас. Пошли. Нет, нет, на песочек потом. Сначала давай на Баунсин, нет. Пока мало людей. Пошли туда. Не-не-не, идем. Жарит, там, послушай меня, там мало. А потом будет большая очередь. Я тебе точно говорю, сейчас придут люди, и там будет вообще, мы будем стоять в очереди час. Поверь моему жизненному опыту, он у меня богатый. Надо, да, билетик, мы билетик используем сейчас. Надо? Что? Обувь. Ну, они нам скажут все, пойдем, вон entrance написано. Сделаем сюда уже, это самый дальний угол. И все. А потом ты будешь и в песке, и живот, у вас еще уйма времени. Мы хоть целый день тут будем с тобой. Ну и сейчас мало, как бы это, людей. А потом будет целая очередь. Когда придут много детей, будет целая очередь. Поверь мне, я знаю, что я говорю. Ой, огромная территория. Как хорошо, что у нас есть этот парк огромный. Флойд. Так, все. Тетя, трогай вот это. Смотри, а... не надо? Слушай ее, что она говорит, слушай. Она скажет, и вы пойдете. Ой, жизнь сам там. Обязательно, говорит, по моей команде. Не идите без моей команды. Без моей команды. Без команды моей, говорит, не заходите. Тут шу. А где мои шу? Туда она положила уже. Ну-ка. Классно. Придуман. Так, где ты? Джаред, классно как. А ты не хотел. Давайте, забирайтесь туда. С той стороны сейчас покажу. Там есть такое скатиться еще с горки. Там за... скатываются с той стороны. О, я бы тоже попрыгала. Почему для взрослых нету? А, тут нет, не пройти. Ну ладно.
Она прошла, тетечка. Ой, классно. Вот у нас был такой в нашем районе. Большое помещение, но почему-то все это... А потом будет очередь. Вот так вот она будет такая строгая. Она выстроит всех в ряд, эта тетя. И все, там они будут потом. Джаред, скатился? Классно. Ой. Так, где наши ботиночки? Вот, специальное корыто. А там для малышей без горки, я поняла. Там без горки, здесь с горкой. Ой, красота какая. Ой-ой-ой, это ты? Что ты таким грохотом-то? Аккуратно. О, здесь хорошо. О, здесь вентиляция прям дует. Так, а там что? И вообще такая территория, здесь собакам бы бегать. Ой, красота. One, two, next, Jared, you. Давай скатывайся, знаешь что, головой вниз. Давай, one, two. Так, ляг на спину, ляг на спину и головой вот так скатись, на спине. Ну хорошо, скатывайся головой, но это, вперед руками, поехал. Прекрасно. Только ты сам себя тормозишь. Ой-ой-ой. Слушайте, какой балдеж, ловлю себя на мысли, какой балдеж, когда дети чем-то заняты, и ты свободна. Это вообще просто балдеж. Воздух, трава, красота.